Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Волшебный мир Ривелонна потрясен новой войной. Горят города, поля усеяны тысячами мертвых, крылатые хищники заполнили небо, драконы уничтожают все живое. Войска людей разрознены, не способны оказывать сопротивление. Вся надежда на вас, одинокого охотника на драконов. Главный герой оказывается последним из так называемых пламенных рыцарей. По наследству он получил уникальную способность превращаться в дракона, что дает ему равные шансы в борьбе с монстрами. Более того, среди списка навыков доступны алхимия и магия, умение читать мысли, мастерство владения тяжелым и легким холодным оружием, а также луки-стрелы. Возможностей на самом деле немало. Даже самый, казалось бы, элементарный квест можно пройти разными способами, особенно если читать мысли других персонажей и знать, где вас хотят обмануть. Всегда можно найти более выгодную альтернативу – заработать больше денег, получить больше опыта. Квестов много, зачастую приходится решать моральные дилеммы. Затягивает нешуточно. Графика аккуратная, местами красиво и внушительно. Мир Ривеллона достаточно большой, чтобы дизайнеры не скупились на самые разнообразные локации и удивительных чудовищ. А вот программисты отработали скорее на четверку с минусом. Баланс подкачал, развитие героя идет не так плавно, как хотелось бы. Самые сложные схватки вообще выигрываются исключительно за счет промахов вражеского искусственного интеллекта. Возможность превращаться в дракона – фишка интересная и зрелищная, но использована, прямо скажем, не на 100%. В игре не так много мест, где необходимо это умение, поэтому рассчитывайте на собственные ноги и кропотливое улучшение характеристик. В чем-то это похоже на несколько упрощенную версию хита «Ведьмак», что само по себе серьезное достижение, которое гарантирует Divinity 2 место среди лучших RPG последнего времени. Фанам жанра пропускать точно не следует.